ключи от своих новых квартир сегодня получили жильцы нового жилого комплекса «Рассвет» в 203-м квартале города Якутска. Строительство дома на 195 квартир начали 2 года назад. И уже в декабре прошлого года был подписан акт ввода объекта. Так как 203-й квартал построен на насыпных песках, новый жилой комплекс стал одним из немногих в столице, оборудованных подземным гаражом. Обладатели 80% квартир приобрели жилье в ипотеку. Частично своими силами и частично, да, через господдержку я взяла часть ипотеки. Когда только забили сваи, я уже изначально знала, что и хотела жить в этом районе, в этом доме именно. Очень счастлива, что заключила год назад договор долевого участия. И вот ровно через год сдали этот дом, все по плану, вовремя. Очень все нравится, красиво, и мы счастливы и довольны.